которых вот уже нету. Вот так вот правильно. Называется «Привет, братва». Привет, братва, как там на небесах? Как вам живется в воинстве Христовом? Недавно к вам ушел один из нас. Андрюху помните, ведь вы ж давно знакомы. Примите с миром, упокойте дух. Разлейте по бокалам, что там пьете. Здесь жизни на земле огонь потух. Но там вы новый свет звезды зажгете. Андрюха вам расскажет, как у нас. Как кувыркаемся по этой жизни. Вы вспомните Афган и про Кавказ. Как положили судьбы за отчизну. На небесах без званий и наград. Приказ для вас теперь лишь слово Божье. А я признаюсь даже как-то рад, что муть земная вас уже не гложет. Неведома мирская суета. В спокойствии вы дивном там живете. Свой бой ведете только за Христа. И в этот бой Андрюху поведете. Ну а теперь давайте все, пока. Андрюха, Юрка, Сашка, Игорь, Кольки. И вами уже взята высота, которую нам взять придется только.